у меня сейчас буквально камыш. Розы не люблю, поэтому не пошла снимать. У меня уже есть видео, где мы гуляем по ботаническому саду в холодное время года, весной. Мы тогда были в оранжерее. В оранжерее как раз все цвело. А вот в самом ботаническом саду на улице, наоборот, еще ничего не цвело. И вот как раз сейчас есть возможность увидеть, как ботанический сад преображается в теплое время года. Thank you.
сейчас мы прогуливались вот, вот в этой части. Нет, я обманщица. Вот в этой. А может и нет. Но мы точно знаем, где вход. Значит, вход. Мы зашли вот с того входа, зашли сюда. А, вот здесь мы тут прогуливались, вот здесь прогуливались. Теперь мы вот находимся вот тут. Дальше мы собираемся пойти вот туда. Здесь китайский садик какой-то. Потом будем гулять вот здесь, здесь, здесь. И потом выйдем. Есть в ботаническом саду одна прекрасная стабильность и закономерность, не знаю. Здесь всегда практически, когда бы ты ни пришел, если заранее не подготовиться, никогда японский садик, ну или какой-то он там азиатский, я не помню какой именно, вот он никогда не работает. То есть мы его всегда смотрим исключительно из-за кустов. Вот очень красивые розы. Розы не люблю, поэтому не пошла снимать их. Вот прошу вас, пожалуйста, красивые розы посмотрите с телефона моей подруги. Ну красота же тут розовые какие, смотрите. Я нахожусь в море папоротника. Папоротниковое море — это лучшее море, в котором можно оказаться. В нем не утонешь, как бы, и красиво, и зелено, и папоротник прекрасен. Я люблю папоротник. Я нашла растение из своего любимого мема про камыш, и у меня сейчас буквально камыш. Thank you.
в прошлом выпуске моего похода в парк данный я снимала бревно в холодное время года. А теперь вы можете видеть его в теплое время года, как оно вам цветет и пахнет. Успела снять все, что хотела, до того, как телефон сел, а теперь зарядила его и еще и сета, еще и сняла всю еду, которую мы тут заказали. А, по-моему, все удалось.